Ну а перед началом этого видеоролика, дорогие друзья, передаю привет пользователю под ником Баке7, Пабло, Родиону Венгеру, Нави ММА, ну и конечно же мистеру Достану и айфону 6s. Привет вам большой, ребята, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и сегодня я поиграю в игру Subway Surf. Сегодня я буду учиться играть в данную игру, и огромнейшее спасибо за идею к этому видеоролику Святославу. Ну что же, дорогие друзья, нажимаем крестик. Так, забираем бонусы. О, скейты. Давайте видео посмотрим. Так. Угу. Тут нужно как-то вот так вот крутиться. Ну ладно, тогда без видео. Сложно. О, бесплатно, дорогие друзья, давайте заберем. Так. Усилители счета. Давайте сейчас используем. Так, как играть? А, во. Так, используем давайте. Усилители счета. 6. 4300 очку. Так. Ну, неплохо. Это уже счет 610 за один заход. Давайте еще раз. Играть. Так, давайте вот этого обгоним. Так, получить. Ну, давайте. Так, денег у нас полно. Так что... Так, так, бежим, бежим, уйди. Так, бежим, дорогие друзья, быстрее. А если я клавиатурой буду... А клавиатурой нельзя играть? А почему клавиатура не играется? Новый рекорд! Так, дорогие друзья, ну-ка. Сейчас... Так, не получается клавиатуру играть. Ну ладно. Так, давайте попробуем. Собрать монеты 100. Задание выполнено. А как задание посмотреть? Сейчас. Как задание? О! Давайте вот эти вазочки соберем, дорогие друзья. F. А почему F? А, Файза. Файза. Фу, дорогие друзья. Так. О, эти кеды, они повыше, что ли? Прыжок добавляют. Но я видел на ютубе, вот ютуберы проходили вот эту игру, я что-то вот помню. Но так я сам не играл особо в эту игру. Так. Оп. О, ну-ка. Хоп. Хоп. Так, сейчас. Оп. Оп, оп. Оп. Ну-ка. 185 монет мы уже собрали. Ну-ка, мы кого-то побыстрее уже бежать стали. Вот вторая вазочка, дорогие друзья. А как... стой, а как ее собрать? Ну, давайте пока эти буковки вот эти соберем пока что. Сейчас чихну. Сейчас чихну, дорогие... Спасибо. Так. Ну-ка. Сейчас нам надо вот эти вазочки собрать. О! Предпоследняя буковка, давайте-ка. И вот эти, может, тут буковка сверху будет? Так. Оп, оп, оп. Ну тут монет вообще много дают. Это вообще... Надо вот эту штуку брать постоянно, не пролетать мимо нее. Не пробегать, точнее. Так, а это что? Так. А, буковку вниз. Ай, что я сделал? Ну ладно. Вот новый рекорд зато, дорогие друзья. Вообще хорошо. А тут, дорогие друзья, напишите в комментариях, тут есть какие-нибудь легендарки там, не знаю. Ну, давайте, так, я закрою глаза. Так, открываем. И чё? Монеты 1000. Я 1000 за игру монет не мог набрать, а тут мне сразу 1000 дают. Давайте умножим. Чё за реклама? Какая-то черная реклама, не знаю. Почему? А почему черная? Ну, какая-то непонятная реклама. Папер Ио. Че? О, 2000 монет. Ну-ка. О, Facebook, у меня Facebook есть. Ну, может, в следующей серии мы подключим Facebook к этому, как она игра называется? Subway Surfer. И вот 5 монет, 5000 получим и динозавра какого-то. Вообще классно. Давайте потом подключим, если я запишу вторую серию. О, 12 штук. Это что такое? Миссионс.
множители очков. Чё, так, проходи. Ок. О, тут смотрите-ка, пройди охоту на слова. Один. Вот, нам, ой, нам надо буковки вот эти все собрать, и тогда у нас будет плюс один множитель, вон. Смотрите, наверху, видите? Там вон ключи, монеты, скейты и множитель один. Ну-ка, давайте, погнали. Ну вот эту синенькую, мне кажется, не стоит сейчас использовать, как я понял. Это вот в будущих умножителях более сильных. Тогда можно ее использовать. Ну-ка. О, попрыгунчик. О, вторая буковка. Ой, последняя точнее. Так. Вазу придется пропустить. Ну ладно, мы ее еще встретим. Так, вот. У нас второй умножитель появился. Так, это, как я понял, уже магнитик, который притягивает все. Так, а где второй умножитель? Ой, споткнулся. А почему у меня второго умножителя нет? Почему? А-а-а, во. Так, ну-ка, подпрыгнуть 15 раз, собрать монеты в одном забеге 100. Кузнечики 2 собрать. А, это кузнечики называются? Интересно, дорогие друзья. Ну, давайте, подпрыгиваем 15 раз, давайте, погнали. Раз, два, так, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Второй множитель. Это 4 уже. А, это временный. А-а-а. И что делать? Так. Ну, давайте подпрыгивать. Эти поезда мешают. Так, ну давайте. О, подпрыгнул. Все, ну-ка, паузу еще раз. Вот монеты надо собрать у кузнечиков. Так. Надо... Опа. О, успел. Еще 4 умножитель. Так. Так, ой-ой-ой-ой, а что делать? Ну не, ну ладно, давайте следующий, не будем ключики тратить. Ну интересная игра, дорогие друзья. Во, а, надо было ключ использовать. Ну ладно, ну ладно. Ну давайте еще раз. Так, нам вазочки вот эти, что вазочки дадут? Давайте вот попробуем все вазочки собрать. Что они вообще дадут мне? 100 монет, походу, надо еще собрать, да? Как я помню. Вазочка. Так. Или что это, метла? Или шапка? Так. А что там? Я бокс опять подобрал. Да? Так. Так. Оп. Оп. Все. Ну-ка. Выполнил. Еще надо кузнечиков собрать. Один штуку. Одну штуку, точнее. Так, давайте будем искать. Но пока вазочки будем собирать. Пока ищем. Ну, нормально так. Интересная игра, дорогие друзья. Например, вот едешь куда-нибудь на поезде, да, и играешь в игру про поезда. Это вообще вот классно будет, мне кажется. Вот когда я запишу видео про поезд, возможно, я там буду в Subway Surf вот эту игру играть. И, возможно, запишу снова вторую или даже десятую часть, если мне сильно понравится. Если вам понравится эта игра, я могу еще серию записать. Вот, так что ожидайте. Но опять же, если вам... Метла! Если вам понравится, я могу еще одну серию записать обязательно. Так. Так. О, мы вот... Кажется, рекорд сделали. Вот, все. О, еще рекорд надо будет делать. Так, еще тем временем две метлы надо собрать. Вот сейчас я хочу узнать, что они дадут мне. А пока вот тут вот пролетим, вот так хоп-хоп-хоп-хоп. Оп-оп. Оп. Все. Где же еще метла? Вот еще метла или шапка. Так, так, так. Вот, скорость уже увеличивается, чувствуется. Ну так, если оценивать объективно, игра легкая. Тут ничего не надо это почти изучать. Тут вот все просто вот так вот прыгаешь аккуратненько, ничего не врезаешься. Убегаешь от полицейского с собачкой. Вот в самом начале, помните, мы тыкали на экран, и там за нами полицейский какой-то бежал. Вот. Так. О, еще магнит. Закончился магнит, и еще дали. Вот это вообще везучая катка. А, шапочку потерял там. Мы бы сейчас смогли собрать наконец-то. Ну ладно, третий магнит. Нам монеты нужны тоже. Они тоже немаловажны. Мы можем что-нибудь, скорее всего, на монеты тоже что-нибудь еще купить. Так, ключ.
Так. Ну, ключ это хорошо. Он нам впервые за игру попался. Скорее всего, это редкие какие-то. Опять магнит. Вообще хорошо. Оп, 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 оп. Вот шапка, все. Что она дает? Сейчас посмотрим. Так, что-то, дорогие друзья, я никак не могу врезаться. Я вот... Пока что легко мы идем тут. Ни разу не споткнулись, по-моему. Ну, вроде споткнулись один раз. Вот, сколько монет. Вау. 1000 монет собрали. И такая музычка. Ну, вообще, хорошая игра. Всем советую, дорогие друзья. Вот, попробуйте, кто не играл, попробуйте. Так, а вот, все, проиграл. Так. Новый рекорд. 18515. Вообще хорошо. Во! Так, значит, мы все-таки подобрали какой-то бокс. Это что такое? Баллончик краски Джейка. Собери еще 149, чтобы открыть Джейки наряд звезды. Ну, слушайте-ка, неплохо. Давай сохраним твой прогресс. Но потом. Забрать награду, вот. Новая сезонная охота. Маракеш. Добро пожаловать в новую сезонную охоту. Ясно. Так, и что это мне даст? А, это как в Clash Royale, Pass Royale вот этот всякий, да? Опа. Это что за конфетки, фисташки какие-то? Маракеш. Что это такое? Так. Ключики 2. Так. Дополнительно. Так. Так, дорогие друзья, я тут посмотрел, что вот есть Джейк персонаж. И тут бесплатный персонаж второй есть. Вот. У тебя есть темный наряд. Давайте за него попробуем. А вот третий уже... Вот эти баллончики надо как раз-таки собирать. Коробка жетонов. Бесплатно. Ну-ка. И нам уже 12 штук дали. Ну давайте посмотрим видео, умножим. Так, вот тут какое-то видео. Так. Ну и, в общем-то, вот. 20... У нас уже 25 из 150. Мне кажется, это даже неплохо. Тут разные скейты есть. Их вообще много. А вот мы поменяли, дорогие друзья, видите? Мастер заданий. Три ключа дали. Так. А, тут всякие квесты, понял, понял. Так, ну ладно. Все, дорогие друзья, давайте попробуем... Вот еще 5 штук попробуем собрать, давайте. Вон, а как туда запрыгнуть? Я же не могу запрыгнуть. Ну ладно. А вот и кузнечик. Ну-ка, мне третий множитель сейчас должны дать. Вот, у нас X3 множитель теперь. Давайте шапочки вот эти соберем. А почему сейчас шапочки вот эти? Сейчас же зима закончилась. Или, ну, просто похоже на шапочки, вот просто непонятно. Зачем в обновлении делать зимнее что-то, когда весна? Ну, может, не знаю, может, обновление вышло в январе где-нибудь? Ну, не знаю. Просто сейчас уже везде тепло. Ой, просто сейчас везде тепло, и шапка, ну, не нужна. Как-то, не знаю, как-то странно. Ну, ладно. Давайте попробуем... О, нам скейт подарили, доски вот эти. Ну, ладно, дорогие друзья, наверное, пожалуй, на сегодня пока что все. Игра реально вообще очень классная, всем советую. Кто не знает, название игры называется Subway Surf. Ой-ой-ой. Испугался. Если что, кто не знает название игры... Subway Surf называется. Ну ладно, все на этом. Огромнейшее спасибо всем за просмотр. Я вам желаю... Ой, я начал игру. Так. Храни вас Господь Аллах. Ой, желаю счастья, здоровья, благополучия. Никогда не болейте. Храни вас Господь Аллах. Всем удачи. Ой. Ну ладно, всем до свидания, дорогие друзья, храни вас Господь Аллах, всем удачи!